Я могу показаться болтушкой. О, кажется, проснулась еще одна роза. Пиона видно. Я не знаю, какой у нее сорт. Дело в том, что она у меня была на удалении. Я ее не укрывала вообще. Цветет большими розовыми розами, похожими на пион. И она цветет однократно. Я хотела ее удалить. Просто забыли про нее и все. Я уехала, тут были дожди. И вот она уже какая. Вот это не шиповник. У нее вот такая вот светлая листва. Только у нее. Вот листья розы. Ах. Вот такие вот дела.